Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. У нас необычный день, праздник и день явления. День, извиняюсь, ухода Шри Бхактисиддханты Сарасвати Такура. Явился он в Джаганнатхапуре, вы все знаете, да, в 1874 году. И в 1937 году, 1 января это произошло, он оставил этот мир и вернулся в вечные игры Господа Чайтаньи и Кришны. Как я уже говорил, что... И я выбрал сегодня шлоку, да, из Шримад Бхагаватам. Вот мы прочитаем, это интересная шлока. Она, ряд шлок, мы затронем это событие о том, как Нарада Муни достиг совершенства. Это интересно? Кому интересно, как Нарада Муни достиг совершенства? Есть такие? Поднимите руки. Хорошо. Кому-то неинтересно, я же. Но, может, в процессе заинтересуюсь. Это очень важно. Когда мы читаем молитвы святых, или когда мы читаем Шримад Бхагаватам, этот микрофон можно брать. Чем это интересно? Тем, что Нарада Муни, например, в данной ситуации он раскрывает свое сердце, он делится с нами, да, и Вьясадева спрашивает, как же ты достиг совершенства, как ты получил сиддха-деху, духовное тело. И Нарада Муни, он ничего не скрывает, всем делится с нами вместе, поэтому это очень... Шримад Бхагаватам актуальная книга, очень практичная для каждого из нас, поэтому каждый, кто хочет достичь этого совершенства и получить сиддха-деху, духовное тело, для того, чтобы общаться, служить Верховному Господу и в духовном мире, может послушать. Итак, 18 текст, я прочитаю санскрит. Рукам рупам бхагавату ятан манакантам шучапам апашян сахасотхасты вайклавья дурманаива. Трансцендентная форма Господа сама по себе удовлетворяет желание ума и мгновенно устраняет все противоречия в мыслях. Потеряв этот образ из виду, я в смятении скочил, как человек, лишившийся самого желанного. Комментарий в Божественной милости Че Бхактиданта Свами Шрила Прабхупада Ки. Итак, Нарада Муни на своем опыте убедился, что Господь имеет форму, но Его форма совершенно отлична от форм, воспринимаемых нашими материальными чувствами. В течение всей нашей жизни мы наблюдаем различные формы материального мира, но ни одна из них не способна удовлетворить наш ум и не может принести ему спокойствие. Таким особым свойством обладает только трансцендентная форма Господа, и тому, кто хотя бы раз увидел ее, ничего другого уже не может принести удовлетворение. Ни одна из форм материального мира не способна удовлетворить того, кто видел Господа. Утверждение о том, что Господь не имеет формы или безличен, означает, что Его форма не имеет ничего общего с материальной формой, то есть, что Он является, что Он не является какой-то материальной личностью. По своей природе мы духовные существа, находящиеся в вечных взаимоотношениях с трансцендентной формой Господа. Поэтому жизнь за жизнью мы ищем ее, и ни одна из форм, утоляющих материальный голод, не приносит нам удовлетворения. Нарада Муни лишь мгновение созерцал трансцендентный образ, но, потеряв его из виду, в смятении вскочил, чтобы найти его. Нарада Муни обрел то, что мы ищем жизнь за жизнью. И снова потерял Господа из виду. Конечно же, было бы, и, конечно, было это для него сильным потрясением. Омагьянти Миранда Сагенанджана Шалакая Чакшурун Милитам Янатасмай Ши Гуравен Намаха Ши Чайтанья Мано Биштам Стапитан Ена Бутале Сваям Рупа Калям Ванча Калпа Тарубяша Крипа Синдю Хивача Патитанам. Джай Шри Кришна Чайтанья Прабху Нитянанда Шри Адвейта Гададар Шри Васади Гора Бхакта Вринда. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама.
Трансцендентная форма Господа сама по себе удовлетворяет желание ума и мгновенно устраняет все противоречия в мыслях. Потеряв этот образ из виду, я в смятении вскочил, как человек, лишившийся самого желанного. Шримад Бхагаватам 1.6.18. Беседа Нарады с Вьясадевой. Итак, он здесь говорит, я созерцал Бхагаватам Рупам, Рупам Бхагавато. То есть в этом стихе описывается, как Нарада Муни получил даршан Кришны. Даршан или встретился с Господом лицом к лицу. Вот, он описывает это свой трансцендентный опыт. И описывая свой трансцендентный опыт, он говорит, что нет аналога в материальном мире такой формы или такого образа, которого бы могла принести удовлетворение уму. Мы знаем, что ум постоянно, бесконечно неудовлетворен, ищет постоянно новых, все новых каких-то удовлетворений. То одно, то другое. И человеку все время кажется, что вот где-то там трава, она зеленее, за тем бугром или за этим. И что там я точно обрету уже счастье. Еще немножко каких-то усилий материальных, и точно я обрету спокойствие, умиротворение, счастье. Но Бхагаватам утверждает, что все, по сути дела, ищут эту форму. Мы все ищем Господа, эту форму, удивительную форму, Рупам Бхагавато. И только эта форма, она может принести спокойствие и удовлетворение уму. Вот это очень важный момент. Здесь говорится «манаканта». «Манаканта» Шрила Прабхупада приводит, как он того желает, как он того желает, кто монах. То есть это естественно, ум стремится, он хочет увидеть эту форму. И это соответствует его природе. Созерцать форму Господа, это соответствует природе ума. И шуча апахам, шуча означает страдание, аллегория, мы знаем, шучи, да? Шуча, страдание. И шуча апахам, это означает, что в этот момент все внутренние какие-то вот беспокойства, противоречия в мыслях, они уходят у человека, да? Когда он созерцает образ Господа, внутренние беспокойства, противоречия в уме, они уходят, они устраняются. Итак, шуча апахам, это устраняются все затруднения. Мы зачастую, может, и не видим свои эти затруднения в уме, живем постоянно в каких-то беспокойствах. Вот. Но, как показывает Шримад Бхагаватам, это все уходит. И Нарада Муни, он делится, как он достиг этого совершенства. И все начинается с сатам крипа, или общением со святым человеком, с людьми, которые имеют этот трансцендентный вкус и могут им поделиться, могут возродить вот это семя бхакти в сердце обусловленной души. Мы проскочим несколько ступеней, сразу же вот перейдем к практике его, духовной практике. И в 15 стихе он говорит: «Затем в безлюдном лесу, под сенью баньяна, с помощью своего разума я начал медитировать на сверхдушу, пребывающую внутри меня, как научили меня освобожденные души». Да, здесь говорится «атманатманам атмастхам». Три раза слово «атма» приводится. То есть он сосредоточил атму на атме, там, где атма находится, атманам, атманам, атмастхан. И атмана здесь – это разум, то есть с помощью практики он сосредоточил свой разум на атманам, на параматме, который находится на сверхдуше, в сердце каждого, и атмастхан. Он говорит, она пребывает во мне. И в Бхагаватам отмечается, как он это сделал, ядхашрутам. Ядхашрутам означает, как он услышал, не как придумал, как ему показалось, как он себе это возомнил, как это он увидел, ядхашрутам, как он увидел, как имеется в виду, как он услышал от духовного учителя. Поэтому здесь Вишванатха Чакраварти Такур объясняет, что когда Нарада бродил, помните, он проходил фермы, поля разные. Это что, кстати, означает, что ничто не могло прицепить его ум, ничто не могло привлечь его ум. Он шел дальше, шел гуну страсти, гуну невежества, гуну благости. Все это он прошел. И он погрузился в медитацию, он сел под этим баньяновым деревом пиппала. Вот. И в чем заключалась медитация? Он говорит, а ядхашрутам, как я услышал? То есть эти мудрецы, они дали ему мантру. И он стал медитировать на смысл мантры. И на самом деле обязанность духовного учителя не просто дать мантру ученику. Учитель должен научить, как все-таки медитировать на смысл мантры или как поклоняться мантре, мантру упасана. Это очень важный момент, поскольку многие из вас повторяют мантру, например, Хари Кришна мантру уже многие. Кто-то в 20 лет повторяет, да? Вот. А появился ли Господь на лотосе вашего сердца? Надо задать себе вопрос. Время идет, ускользает. Ядха Бхагаватам Рупа, форма Бога. Вот мы смотрим, да, Арчамурти не отлично.
Испытываем ли такие же мы такое же наслаждение, как Нарада Муни здесь описывал? Вот. Мы поговорим об этом, почему мы не испытываем этого наслаждения. Итак, 16-й текст как раз описывает даршан Кришны, даршан Господа. В 16-м тексте он говорит: «Как только я стал медитировать на лотосные стопы личности Бога, сосредоточив на них свой ум, преображенный трансцендентной любовью, слезы потекли из моих глаз, и личность Бога Шри Кришна тут же явился на лотосе моего сердца». То есть слезы потекли из глаз. Здесь описывается ступень, конечно, уже перед тем, как даршан произошел, Нарада Муни уже обрел прему. К этому моменту, благодаря духовной практике, он уже приобрел вот это качество, он возвысил свое сознание, раскрылась любовь к Богу, да, и сердце, оно стремилось служить Верховной Личности Бога. И здесь Шрила пишет комментарий: «В этом стихе особого внимания заслуживает слово «бава». Стадия бавы человек достигает после того, как развивает трансцендентную любовную привязанность к Господу». То есть, итак, так или иначе, мы можем смотреть даже на форму Господа Бхагаватам Рупа. Например, мы знаем, когда Господь вошел в Мадхуру, кого он встретил? Красильщика тканей. Да? Кришна Баларама, они зашли. Вот. Испытывал ли такой же экстаз красильщик тканей? Вообще с ним все очень плохо закончилось. Да? Кто знает, кто не знает, пожалуйста, прочитайте в 10-й песне. Бхагаватам описывается. Хотя он созерцал Бхагаватам Рупа, вот непосредственно образ Кришны. Но почему он не испытывал такой экстаз? Потому что у него не было бхавы, у него в сердце не было любви к Богу. Поэтому даже несмотря на то, что мы созерцаем Рупам Бхагавато, непосредственно Господь Читания, Господь Нитянанда, они предстают перед нашим взором. Но поскольку сердца нет бхавы, сердце остается холодным. Сердце остается холодным. Итак, а как же эту бхаву достичь? Хороший вопрос, да? Вот. Хотелось бы узнать. Я зачитаю вам небольшой отрывок из Харинама Чинтамани, что Бхактивинода Такур пишет. «Постепенное развитие расы, содержащееся в святом имени, сравнивает с распусканием цветка». То есть весь корень, и с чего нужно начать, Шрила Бхактивинода Такур говорит, в этот век Кали особенно, как мы говорили, да, нужно научиться служить святому имени. Вот это очень важный момент. В последнее время мы, может, не так часто вспоминаем эту тему. Кажется, это само собой разумеющая вещь, правда? Это, ну, само собой разумеющая. Но бхавы нет уже, мы смотрим, и форма Господа не проявляется в нашем сердце. Смотрите, что Бхактивинода Такур дальше пишет, интересные вещи. «Постепенно, по мере того, как бутон, то есть сравнивается с бутоном, да, бутон святого имени распускается, преданный осознает прекрасную форму Кришны». То есть форма или рупа, она всегда открывается через наму, через звук. Не просто так мы глазеем, даже супер-очки можем купить какие-то, какого угодно, детам. Вот. Но все равно форма рупа, она всегда может открыться только через наму, через святое имя, через молитву. Это очень важный момент, и Бхактивинода Такур указывает на это. Что же раскрывается после рупы? Нама, рупа, гуна, качество Господа. Да. Каков Господь? Какие его прекрасные качества, насколько он самый совершенный, насколько он бхактоваться любящий, отец всех преданных, да? И Бхактивинода Такур пишет дальше, что продолжение практики бхакти приводит к тому, что бутон святого имени начинает источать сладкий аромат в форме 64 качеств Кришны. То есть постепенно дальше, если мы совершенствуемся и повторяем святое имя, на этом стадии, на этой стадии приемы, да, этот бутон расцвел, нама, рупа, рупа появился, образ Господа, и осознаете гуну, качество. Вот. И что после того, как открывались качества Господа, что происходит? Нама, рупа, гуна, лила, да, лила это что? Трансцендентные деяния или трансцендентные игры. И что Бхактивинода Такур пишет, что затем цветок святого имени раскрывается полностью, являет вечные игры Кришны на Галоке Вриндавана. Тогда, по милости святого имени, сама Бхакти Деви и комбинации хладения и самвит Шакти являет себя крохотной дживи, открывает ей составляющие части распустившегося цветка святого имени. По ее милости чистое живое существо обретает духовное тело и начинает испытывать эту расу. Вот сегодня такие высокие материи я решил взять, чтобы мы послышали, узнали. Это все описывается в Шримад Бхагаватам. Нама, рупа, гуна, лила. Итак, чтобы прийти к этому совершенству,
что человек, он должен начать с Намы. Да, то есть повторение имени Господа. Это крайне важно, крайне важно. 17 текст, дальше Шинарада Муни описывает свое ощущение, свое состояние. Оно не поддается, на самом деле, материальному описанию. Виша Прабхупада скажет об этом, что духовное счастье и глубокий духовный экстаз не имеют материальных аналогов. Поэтому все, что мы испытывали здесь, в материальном мире, например, да, какие-то удовлетворения ума в чем-то, это просто капля воды в пустыне. Мы четко должны понять. Поэтому и душа не может насытиться этим. Если вы сильно хотите пить, и вам в пустыне предложили каплю воды или показали какой-то мираж, это не принесет счастья глубокого. Поэтому Бхагаватам вновь и вновь вдохновляет нас на этом духовном пути. Он говорит, поэтому выразить такие ощущения очень трудно. Со слов Нарды Муни можно лишь получить отдаленное представление о том, что человек при этом испытывает. Нарда говорит, према тибхара. Да? «О Вьясадева, в тот миг, когда все мое существо преисполнилось ощущение счастья, все члены моего тела ожили. Погрузившись в океан экстаза, я уже больше не мог видеть ни себя, ни Господа». Вот такая према. Према Атибхара. Бхара – это груз на санскрите. Да? И Атибхара означает груз любви. Груз премы. Према Атибхара. Груз любви. Что произошло? Он придавил ум премой. Ум был премой придавлен. В этот момент беспокойный ум, который может метаться из стороны в сторону. Знаете, да, когда вы только... Наверняка у вас есть опыт, вы садитесь повторять мантру, и ум начинает бегать, скакать по всей вселенной. Туда сбегал, подумал, что ему на работе сделать, там почитал смс-ки или еще что-то. Вот за 16 кругов только... О чем мы только не передумаем. Да, уже в отпуск можно запланировать, съездить даже и вернуться. Вот. Такова природа ума, он постоянно беспокоится. Но здесь, в этом состоянии, этот экстаз духовный, он затопил. Према Тибхара означает, он был придавлен премой. То есть он утонул в экстазе. Вот утонул в экстазе. И что же произошло дальше? Лишь на мгновение эта форма, эта Бхагавата Рупа, она появилась в сознании, в сердце. И в конце концов Господь исчез. Да, эта форма исчезла. Вы можете себе представить состояние Нарды Муни, который... Здесь он говорит, я был подобен человеку, который потерял, лишился самого ценного в своей жизни, только приобрел желаемое, который искал жизни в жизнь. Из жизни в жизнь я стремился увидеть эту Бхагавату Рупу. И Господь дал свой даршан, но после этого он исчез. И что же делал Нарада? Он говорит в 19 стихе, «Я захотел вновь увидеть эту трансцендентную форму Господа, но, несмотря на все мои страдания, сосредоточиться на сердце, горячее желание снова увидеть его, я не смог сделать этого. Разочарованный, я почувствовал себя очень несчастным». О чем здесь говорится? Что? Шабурпад дает удивительный, шикарный комментарий к этому 19 стиху. И он говорит, что нет такого механического метода, с помощью которого можно было бы увидеть форму Господа. Да, он стал делать то же самое, чем и занимался. Ту же мантру стал повторять. Те же медитические практики, да, вот. В ту же спал мистическую, в транс свой, да, но не мог увидеть Господь. Не... А, кстати, интересный момент. Исчез ли Господь? Он никуда не исчез. Что произошло? Ушел адхикар просто, ушла квалификация Нарады Муни видеть Господа. Мы знаем, потом он услышит голос, да, это уже в следующий раз, когда мы встретимся, я расскажу, что он ему скажет. Вот. Но сама идея интересная, Ачарья описывает, что Кришна никуда не исчез, просто вот этот адхикар или способность видеть Бога, она ушла у Нарады Муни, исчезла. И Прабхупада говорит, что да, нет такого механического способа. Сколько ты ни старайся, что это чисто милость Кришны. Если Господь захочет явить свой даршан чистой души, Он сделает это. Если не захочет, вы не можете Его заставить просто благодаря каким-то механическим практикам, постом, аскезами, тапаси, эпитимии, какие, что бы вы на себя ни налагали, какие вещи бы ни совершали, это все не впечатляет Кришну. Это все Его не очень-то впечатляет. И поэтому мы смотрим на Божества, и ничего не происходит в нашем сердце. Вот. Бхагавата Рупа не открывалась. И что делать? Прабхупад говорит, нужно продолжать служить и ждать беспричинной этого благоприятного момента. Да? Поэтому, если это я вкратце рассказал немножко эту историю, всю можете полное содержание прочитать вот в удивительной книге. Вот Шримад Бхагаватам, все начиная с первой песни.
Многие наверняка читали, но сейчас как будто я прочитал, как будто и не читали об этом. Какая-то другая книга, наверное, да? Есть такое впечатление, что мы читаем, и что-то по-новому открывается, мы между строк ничего не видим там. Вот. Это важно перечитывать, и важно слушать Шримад Бхагаватам, те, кто может нам его раскрыть. Итак, Шрила Бхактивинода Тхакур сравнивает свет святого имени со светом солнца. И живя в Петербурге, это очень легко реализовать, осознать, что свет солнца может быть достаточно слабый. Что же мешает нам увидеть яркий? Да, когда солнце... Есть такое ощущение, что когда солнце, тучи вдруг рассеивается, выходит солнце, как-то настроение повеселее, все. Но все равно какой-то свет проникает, но очень слабый. Что мешает? Облака, анарт и туман невежества. Вот эти две вещи мешают. Хотя солнце, оно не теряет свою силу, но облака, анарх и туман невежества, они покрывают наше сознание. Также святое имя, оно не теряет свою силу, оно полностью трансцендентно. Голокоэре премадхана харинама санкиртана. Но из-за того, что у нас нет квалификации, есть анархи или нежелательные качества, они создают вокруг нашего сознания некие облака. И влияние святого имени очень маленькое, практически незначительно, поэтому в сердце ничего не происходит. Какой-то слабый свет иногда проникает, да, там пару слезинок капнуло там или еще что-то, может, чувствуем. Но очень большой, толстый слой этих анарх. Анархи – это нежелательные качества. Асатришна, хридаурбалям и аппаратха, то есть оскорбление, неправильная практика, привязанность к материальным желаниям. Вот. Сильное стремление наслаждаться материей, естественно, они составляют вот это облака. И хотя мы повторяем святое имя, да, но эффект очень незначительный. Да? То это очень важно понять, что необходимо, значит, улучшить качество своего повторения, вот, и что-то необходимо сделать с этим, чтобы облака эти рассеять, чтобы свет святого имени, как свет солнца, он рассеял тьму. А туман невежества – это что такое? Невежество – это непонимание своей природы и природы святого имени, своих отношений с Кришной, с Верховной Личностью Бога. Мы не понимаем. Я сейчас был в Москве, давал лекцию на программе, там подошла женщина, говорит, я вот уже столько прошу Кришну, а он все не исполняет моих желаний, может мне Шиве начать молиться. Вот. Вот такое отношение к духовной практике. Кто тут исполнит мои желания? Да, как в этом старом анекдоте. Говорит, все вокруг эгоисты, что такое? Все только думают о себе, никто не думает обо мне. Такое отношение. Но бхакти, это не фундамент для бхакти. Естественным образом это туман невежества, это туман, это невежество. Мы не понимаем свою природу и по природе. Шрила Прабхупада, он говорит, что в одно мгновение вы можете обрести освобождение. В одно мгновение освободиться просто от гун природы можно в одну секунду. Что для этого нужно сделать? Осознать Дживира Сварупахой, Кришнера Нитьядаса, что я слуга Бога. Вот и все. Вот это сознание, что я слуга, оно дает освобождение моментально. Если вы осознаете эти вещи, то гуны материальной природы, они не воздействуют над вас. У вас нет этих желаний. Знаете, что такое? Желания, они как крючки, они цепляются за этот материальный мир, за гуны. Но если вы не хотите ничего от этого материального мира, вы не можете здесь зацепиться. И душа, она может пребывать в свободном состоянии. Это свобода преданная. Да? Как Шрила Прабхупада говорил, четыре регулирующих, четыре принципа свободы. Это то, что освобождает наше сознание. Это очень важный момент. Поэтому туман невежества – это то, что сковывает. Мы не понимаем, мы повторяем святое имя, занимаемся духовной практикой, молимся, молимся, а Бхагавата Рупа не проявляется. Да? Гуны Рупа тоже не проявляется, качество Верховной Личности Бога. Я уже не говорю о том, что мы вошли в какую-то лилу. Там, вот. Поэтому вновь и вновь нужно вернуться к истоку, к фундаменту духовной практики и понять «Харейнама, Харейнама, Харейнама, Эйва, Кевалам». Только святое имя, оно способно раскрыть нам все глубокие. Это как бутон лотоса, как описывалось. Да? Этот бутон, он растет, раскрывается постепенно, потом дает аромат, прекрасный аромат премы. И вот этот аромат раскрывает игры Господа, раскрывает лилы. Это то, о чем я хотел, чтобы мы немножко вот поговорили сегодня. Итак, облака анартх и туман невежества. Вот эти две вещи, они сковывают сознание. И хотя мы занимаемся духовной практикой, вроде бы святое имя всемогущее, но поскольку
фундамент неправильный. Мы думаем, что Господь наш слуга, и постоянно у него что-то выпрашиваем. У него такой список желаний, да, к которому мы идем, церковь, мечеть, в храм, куда бы ни пошли. Но у нас все время есть этот список, что мы хотим. Что-то хотим за других, за себя, свечку поставить. Вот. Но это не платформа бхакти, друзья мои. И таким образом, естественным, цветок святого имени не раскроется. Поэтому нужна правильная платформа, нужно знать Бхагавад-гиту, простые вещи, свое положение, положение Кришны, как устроен этот материальный мир, как действуют здесь эти материальные энергии, что такое время, как оно влияет на дживу, что такое пространство, как оно обуславливает нас. Вот эти вещи мы должны четко понимать. Время и пространство обуславливает нас. Да. Но Святое Имя, оно вне времени и пространства, и как и Верховный Господь Адхокшиджи, он находится вне времени и пространства. Сознающий Сварат, он всеведущий и независимый, Абхигьят Сварат. Он познает все, знает все, что происходит в его вселенной. И также знает любое наше желание, знаете. Любая мысль, которая только к нам пришла, уже аромат, ну, у кого как, или запах, скажем так, нейтрально назовем, этой мысли, вот, он уже известен Господу. На эту тему, если есть какие-то вопросы, чуть-чуть мы приостановимся. Да, Кирилл. Говори, я услышу, переведу всем. Я хотел уточнить, есть вот намо-апарада, вот повторение на уровне оскорблений, есть намо-бас, да, когда мы постепенно очищаемся. И у меня такой вопрос, у меня эти два уровня немножко, я не совсем понимаю разницу, потому что порой, ну, когда мы очень строго говорим, то у нас все мы называем намо-апарадой, да, что мы все время оскорбляем. Но с другой стороны, что же тогда намо-бас, то есть вот мне интересна разница этих. Объясните, пожалуйста. Есть разные уровни намабаса. Шавишана Чакрати Такур описывает в этом Харинама Чинтамани. Ну, чтобы если по-простому сказать, когда мы начинаем избегать оскорблений, это есть намабхас, мы знаем 10 оскорблений, и корнем оскорбления является что? Невнимательное. Когда мы в суе повторяем там или еще что-то, да, как говорится там в крестьянской жизни, не повторять там богами в суе, это есть вот это невнимательное, без должного внимания, без должного уважения. Если мы повторяем таким образом, то это и есть, конечно, намо-апарадха. Мы совершаем эту апарадху. Но когда мы начинаем прилагать усилия, даже просто, еще мы не повторяем чисто, и у нас куча всяких желаний, беспокойств в уме, но мы прилагаем усилия, вот они уже вот это, святое имя начинает пробиваться потихоньку. Через эти облака анарха она начинает пробиваться все больше и больше. И чем больше, чище становится наше сознание, тем оно легко начинает проходить. Поэтому надо избавиться от апарадх. Вот. Там описываются есть разные уровни аппарат. Например, есть вайшнава апарадха. Вайшнава апарадха. И за что можно судить вайшнава? Бхактин Такур описывает, например, за его какие-то даже прошлые прегрешения. Человек уже давно другой очистился. Мы все равно вспоминаем, знаете, как вот бывает вот это вот какая-то самскара засела, какой-то образ кого-то, мы смотрим на него, думаем, да, знаю я его. То есть вот человек может уже измениться, и вот такой образ мысли является аппаратхой. Вот. Многие вещи за неуважение духовному учителю. Вот. Поэтому постепенно, прилагая усилия, да, вот это намабхас, он начинает проявляться. И удивительно, что даже намабхас, он может изменить судьбу человека полностью. Вот. Может изменить судьбу. Намабхас, он останавливает, да, меняет карму человека. Мы рождаемся, и на нас действуют определенные уже грахи, звезды, да, определенный гороскоп, он нам дан, дана судьба, как мы называем ее. Намабхас разрушает всю эту судьбу. Святое имя разрушает. Не какие-то вот другие усилия, это временные вещи, вы должны четко понимать. Временно, да, мы совершим какую-то аскезу, попостимся, то есть вот. Я извиняюсь, вот там в углу немножко отвлекаете, как бы, если вам не интересно, пожалуйста, поговорите. Не тяжело, когда вот там постоянно разговаривать. То есть намабхас, он очищает сознание. Если мы повторяем внимание, если мы что-то делаем без внимания, без уважения, это не принесет плоды в духовной жизни. Поэтому мы должны с уважением относиться к духовной практике, к умению, к чтению Бхагавата, к киртану, к поклонению божествам. То есть уважение – это означает внимание.
Представьте, вы кого-то пригласили в гости и вообще не оказываете ему никакого внимания. Человек пришел, и вы вообще даже мимо ходите. Он говорит, я вот пришел с цветами, тортик принес, там, вообще на него никакого внимания. Вот это неуважение, это и есть оскорбление аппаратха. Да? Мы воспеваем, мы обращаемся к Богу, воспеваем его святое имя, но в то же самое время невнимание проявляем. Вот. Поэтому на нашем уровне, когда мы берем уже мантру четкие в руки, да, мы должны очень стараться внимательно повторять святое имя. Но при этом туман невежества надо рассеять. При этом мы должны знать свое положение, положение Кришны, когда мы повторяем. Это тоже важный момент. Мы очень можем внимательно повторять, но думать, что я и есть Бог. Очень внимательно, в экстазе вот, быть. Но вот это неправильная тоже концепция, она не может принести Бхагавата Рупа. Вот. Понятно этот момент? Какие-то, если да, вопросы именно на эту тему? В практике я убеждаюсь, что особых качеств не имею, и поэтому надежды тоже большого нету. Но есть такая надежда, что служить вайшнавам принесет определенную милость, и стараюсь служить преданным, да? И такой надежда лелея того, что, короче, что в конце туннеля, может, все-таки увижу Кришну. Что вы можете по этому поводу сказать? Даже если мы не можем внимательно повторять святое имя, но если мы начинаем заниматься карма-йогой, например, деятельностью, связываемся с Богом, ну не может человек, даже 2 часа не может посидеть в медитации, погрузить свою, не может. Ему нужна активная занятость, связанная с Кришной. Какая-то деятельность, соответствующая его природе. У каждого из вас есть какая-то природа, правильно? Мы активные люди. Вот. И эту активность мы по жизни по-разному применяем. Разные направления. Кто-то в творчестве, кто-то в бизнесе, кто в чем угодно. Вот. И даже если человек не может повторять в том, если он правильно начнет задействовать свою природу, со временем он начнет, появится возможность слышать святое имя. Со временем, если он будет продолжать эти усилия, продолжать эту практику. Вот. Поэтому, если мы невнимательны при повторении, но если у нас есть склонность служить вайшнавам, то, конечно, это очень благоприятно. Нужно четко понять, это не механический процесс, как говорится. Это что означает? Нужно обращаться к Богу. Нужно научиться обращаться к Богу. Это важно. Если ум беспокойный, ну, подумайте тогда, о чем попросить Кришну. О чем тогда его надо просить? Вот. Это мешает вам практиковать. Ум беспокойный, материальные желания. Вот. Просите его милости святого имени. Господь Чайтанья должен дать эту милость, а не Нитьянанда. Вот это очень важные моменты. Вот. Да. Интересная почему? Тема вообще. Очень. А почему Нарада Муни резко потерял Адхикару? Он занаслаждался как-то? А это будет уже в 21 стихе сказано, а я же сказал это в следующий раз. 20, почитайте Бхагава, там откройте 20 текст, 20, 1, 6, 20, и там Прабхупада в комментарии. Как раз я вас заинтригую. Вот. Там он говорит о неких куйогах. Ну, похоже, это про нас. Центр куйогов, вот, ведический центр. Вот. Да, апаква это означает, что еще плод бхакти незрелый. Да, кашайна, он окрашен еще материальными желаниями. Для чего Кришна вообще что-то дает? Бывает наверняка, вот начинайте практиковать, что-то вам дали, а потом исчезло. Бывают же такие ситуации. У каждого наверняка. Для чего это происходит? Кришна издевается над вами? Садист. А? Да, цепляет на крючок, то есть он усиливает еще больше желания. Нарда, смотрите, он сидел в таком беспокойстве, он испытывал огромное, он хотел еще раз и еще раз достичь этого состояния сознания. Да, и Кришна усилил его любовь. Любовь усилилась, еще вот это желание обрести, оно у него усилилось еще. Что касается 20 стиха, сами прочитайте. Хочу сохранить интригу. Вот. Это непростой момент. Там, а как бы Нарада, как бы Кришна ему говорит в третьем лице, он говорит, те, кто еще не обрел совершенство, не могут увидеть меня. Он не говорит, ты. Те, кто. Вот. Да, про другую я тоже рассказываю. Вот это мы Кришну научились у него. Поэтому он объясняет, что даже гуна благости, она сковывает человека.
вот эта гуна благости, которая пресловутая, им все стремятся, она сковывает сознание. И здесь он говорит, нельзя быть на уровне гуны благости. Это не трансцендентный уровень, то есть нужно дальше идти. Такие нюансы. А, давайте, да, пожалуйста. Чуть погромче. Еще лекция не закончилась, такой перерывчик. Там надо нажать кнопочку. Вопрос такой, какую милость мы ожидаем при повторении святого имени, то, что мы осознаем себя слугой Бога, или вот какую милость мы ожидаем? Давайте, хороший вопрос, правильно? В чем милость? Кто как понимает слово милость? В чем милость? Давайте-ка. Вопрос к вам. Что ты просишь, получил, это милость. Абстрактная, для Лены это абстрактная милость. Конкретная. А в чем она проявляется, милость? На работе мешок денег, да? Два мешка. Получаешь вкус. А в чем милость проявляется? Давайте-ка, расскажите мне, в чем вы милость видите? Продолжение общения с преданными. Как оскорблял их, так и буду продолжать. А, прозреет и поймет, что хотел ерунду какую-то, да? Бывает такое, что вы что-то хотели, потом вам это приходит, вы думаете, зачем я это хотела вообще? Так, милость. Захотеть, любить Кришну. Так. Рассеять туман и тучи, что произошлись. Крипа на санскрите, да, мы знаем это слово, крипа. И Шиванаратам Дас Такур в своем баджане объясняет, что такое крипа, что чем милость Нитьянанда. Что материальные желания, они покидают сознание. Это и есть милость Кришны, он говорит. И тогда по этой милости Шри Вриндаван Дама, она раскрывается в сердце. Как раз вот эта лила, она через наму раскрывается. Через чистое повторение, бескорыстное. Бескорыстная нама, да, она раскрывается. Поэтому, по большому счету, он говорит, что милость заключается в том, сатам крипа, да, когда мы движемся на пути к премии, это все милость. Если это все нам помогает, еще шажочек сделать, это милость Господа. Понимаете, да? То есть, если все, что вы сказали, это правильные вещи, то есть, ну, поскольку каждый находится, может, на своем уровне, для него милость может чуть по-разному проявиться. Но в данном случае Нитьянанда, Наратам Дас Такур говорит, что «Аракаби Нитьянанда», да, «О, всемилостливый Господь Нитьянанда», пусть эти материальные желания станут тучха или незначительные, пусть они не беспокоят мое сознание. Наверняка каждый из вас, кто практикует уже давно, знает, такой чувствует опыт в своем сердце. Как только вы перестаете погружены быть материально, в духовную жизнь, что сразу происходит? Материальные желания, они сразу возвращаются, усиливаются, более того, не усилится. Поэтому Шрипрупада что говорил? Говорит, чем я отличаюсь от вас? Говорит, что вы не боитесь Майи, я очень сильно ее боюсь. Только выходит, вы только отпускаете из рук духовную практику, сразу же приходит, а еще с большей силой иногда, материальные желания. Поэтому вот эта милость, Нитьянанда говорит, это милость, когда материальные желания покидают сердце, и духовная любовь просыпается внутри нашего. Вот это милость Бога. В соответствии с Шиванаратам Дас Такуром. Я хотел немножко рассказать еще об Бхактисиддханте Сарасвати, все-таки сегодня день его ухода. Вот. И, как я уже сказал, он явился в этот мир в 1874 году в Джиганатхапуре. И когда ему исполнилось 30... Это необычное было тоже год явления. Мы помним всю эту историю. Там была Радхаятра. Да, и Господь Джиганатх, он двигался. Это процессия огромная, миллионы людей. И прямо у дома Бхактивинода Такура колесница остановилась, Господь Джиганатхи, никто ее не мог сдвинуть. Огромные сивачи тянули за эти канаты, никто не мог сдвинуть. Но после того, как Бхактивинода Такур вынес своего ребенка, Бимал Прасада, да, мы знаем, гирлянда упала, Господь получил даршан своего преданного. Бхактисиддханта Сарасвати получил даршан, колесница с легкостью поехала дальше. И всю свою жизнь он был брамачари, он хранил монашеский обет, обет безбрачия. Мы знаем, Бхактисиддханта Сарасвати обладал такой, дал такой обет.
Говорится, что в возрасте, когда ему, это 1905 год, ему как раз было 31 год, он дал обет повторять 192 круга. Это в день. Ну, просто кто не понял, то есть 192 круга в день. Он дал обет повторить за 9 лет там, миллиард имен. Вот, и дал такой обет, и совершал, и повторял 192 круга в день как раз святого имени. И 4 года он прожил в хижине просто в простой из травы. Возле йога-питхи эта хижина стояла. Потом на этом месте построили небольшой домик. Ну, как домик? Когда шел дождь, Бхактисиддханта Сарасвати, чтобы не отвлекаться от святого имени, он зонтик раскрывал, сидя дома. Вот. Чтобы не капало там из всех щелей. То есть он был очень аскетичен, еще раз принял монашеский образ жизни, хранил целибат всю жизнь. Вот. И он был погружен в воспевание святого имени как раз, Нама Рупа Гуна Лила. И все ему открывалось. Ему открывалось, он видел везде Панчитатву, он видел игры Господа Читания в Навадвипе, поскольку он распевал святое имя очень чисто. Позже, кстати, вот как раз в этом месте, возле йога-питхи, и был построен храм первый Читания Матх. Да, Читания Матх, там были установлены божества. Вот это место он считал неотличным от Радха-кунды. Неотличным от Радха-кунды, что святая земля Радха-кунды, она проявилась для него в этом месте, все открылось. Но в какой-то момент, мы знаем, он принял саньясу и возобновил проповедь. Вот. Это тоже вторая качество такое, вот его сторона жизни, что он был неутомимым проповедником. И говорится, в 1921 году он возобновил Навадвипа-мандалу парикраму, которая в то время небо уже не проходила. Изначально мы знаем, да, Господь, сам Господь Нитянанда, Джива Госвами, они ходили по Навадвипе, и Нитянанда рассказывал, открывал всю Навадвипу Дживе Госвами. Пользуясь случаем, вот у нас Итвамши Прабу, мы тоже, да, собираемся в Навадвипу, вот, поедем в Навадвипу, поэтому, кто хочет с нашей группой Питера поехать, может к нему обратиться. Вамши, подними руку, чтобы вдруг тебя уже не все знают, давно был. Поэтому он, именно Шрила Бхактисиддханта Сарасвати в 21 году восстановил эту парикраму, и 8 раз она прошла в его жизни, 8 парикрам. Вот, и он ее сделал массовой как раз. Тысячи людей было. Это его усилия, его... Но не все так было гладко. Особое самое, говорится, массовое было в 1925 году. Там были слоны. Вот, слоны несли божества Рады Говинды. Но поскольку Бхактисиддханта Сарасвати, он был бескомпромиссным проповедником, его звали также Симха-гуру. Что означает Симха-гуру? Гуру-лев, да. Майвади, говорится, когда они увидели, они на всякий случай на другую сторону улицы перебегали, чтобы с ним не встречаться. Вот. И он, конечно, разрушал вот эту культуру смарта-браманизма. И он был огромным противником, чтобы платных лекций по Шримад-Бхагаватам. Да, он считал, говорит, пайса-мандир, да, что пуджари открывали божества только и служили им только для того, чтобы заработать денег. Вот. Это было все пропитано вот таким духом в то время в Навадвипе. Это начало века 20-го. Все было пропитано, и были разные люди лицемеров, очень много было, да, в духовной одежде. Поэтому Шрила Бхактисиддханта Сарасвати был противником вот этих вещей, и, естественно, он нажил много врагов в себе. Представьте, там целые кастовые системы Госвами, он их отодвинул от финансового потока. Вот, по-простому, если сказать. Естественно, эти люди были настолько в гневе, даже они нанимали бандитов, чтобы убить его несколько раз. Однажды они наняли бандита, полицейского. И полицейский, когда вошел вечером поздно в дом, Бхактисиддханта Сарасвати работал над книгами, трудился. Он увидел святого человека, это святость. Да, она поразила его сердце. Он ему сказал, вы, говорит, лучше уйдите, пожалуйста. Даже вот, ну, если вас не убью, они другого наймут. И на самом деле его жизнь, она постоянно находилась под такой угрозой. В 25-м году, это известная Харинама, они вошли в Навадвипу. И тоже вот эти бандиты, они были наняты, они бы сидели на крышах с камнями. Там кто был в Навадвипе? Поднимите руки, кто-то был в Навадвипе вообще? Еще так мало людей. Вамши, смотри, кто не был. И когда они зашли в Навадвипу, там вот эти узкие улочки, да, и они... закрыли вот эти магазины индийские, вот эти занавеси, что никто не мог, и стали камнями просто кидать по парикрами, по харинами, стали кидаться камнями, и там произошло много интересных событий. Оттуда вот это как раз настоящая поговорка «собаки лают, а караван идет».
Вот, да. Бхактисиддханта Сарасвати был просто непреклонен. Он говорит, собаки лают, а караван идет. Он не шел на компромиссы вот в таких ситуациях. Когда осквернялся путь чистой бхакти, он был очень бескомпромиссный в своей проповеди. В то же самое время сердце его было тоже мягкое и любящее. Он был очень добрым человеком. Вот. Какие истории про него, сейчас я вспомню, какие из любимых. Говорится, что однажды собака забежала, когда они праздновали Говардхана Пуджу, и был огромный торт Говардхана. Да? И собака забежала, кусочек откусила, короче, самый лакомый там, и убежала. И люди там с Калькутты приехали, богачи всякие, золотыми побрякушками. То есть они, ну как, стали брезговать, никто не подходил к торту. И Бхактисиддханта Сарасвати, он сидел на втором этаже, он услышал это, он спустился, говорит, где собаку укусил? Говорит, ну здесь. Говорит, где именно? Он говорит, вот прямо здесь. И он так взял с почтением, принял просад, и все накинулись на этот торт сразу. То есть, конечно, он был могущественный проповедник. Мы знаем, была история, когда эти смарта-брахманы, они собрались, его была одна проповедническая программа очень большая, тысячи-тысячи людей собрались. И как он начинал? Он начинал их прославлять, вначале он их прославлял. Находил много цитат из Вед, которые говорили, да вы брахманы, и вообще, и вашими устами сам Господь вкушает, вы такие суперлюди. И они, у них сердца растаяли, они размякли. И когда они размякли, он начинал уже их потихонечку. Вот. Говорит, но, говорит, смотрите, говорит, вы говорите, нельзя поклоняться шлограммам, но в шастрах вот такая шлока есть, да? Говорит, святое имя, оно не зависит от того, кто ее повторяет. Киба випра, киба ньяси, шудра, кейной. И он так грамотно все это делал, что люди не гневались на него. Они очень начинали любить его, когда вот личное общение получали. Вот это искусство. Он мог поправлять людей, но люди при этом испытывали огромную любовь. И говорит, что когда лекция закончилась, люди не расходились. Началось сумасшествие, все кричали «саду, саду». Началась давка, столпотворение, люди ринулись к сцене. Сумасшедшие. И полицейские не знали, что делать. И что они придумали? Они схватили так немножко и омыли его стопы. Вот, и чаринамриты стали брызгать в толпу. И удовлетворенная толпа, она стала потихоньку расходиться. Вот. Такие моменты. Я уже не говорю о том, что он принял этот обед. Маленький мальчик в 5 лет не есть манго. Да, это не есть манго в Бенгалии, это все равно, что ну, в Пскове не есть картошку, наверное. Вот. Что-то с чем-то с этим. Мы так иногда думаем, ну что, я тоже манго не ем и ничего, я не страдаю. И ничего, вот, живу как-то там без манго. Вот. Но там на самом деле действительно история простая, что принесли манго, маленький мальчик взял, попробовал, и отец Бхактисиддханта шутку его поругал, говорит, как же мы Кришне не предложили, ты пхогу съел. И он был настолько решительный, маленький мальчик, он сказал, отныне я никогда не буду есть манго. И ему пригласили насилие, у него там складывались горы манго, вот, но он никогда не прикасался. Такая решимость была у него. Полон решимости. Он открыл, мы знаем, 64 матха. А последние дни его, перед последний день он пригласил Шридхара с вами и попросил спеть одни из его любимых баджан, Ширупа Манджари Пада, его любимый баджан, да, он пел. И также Шикшаштаку читание Махапрабху. И говорится, что 1 января 1937 года в 5:30 утра, повторяя имя святое, он оставил этот мир. Вот. И он сказал несколько фраз до этого. Он сказал, что наш долг жить, идти по стопам Рупы Госвами, Рупы Рагунатхи, вот, идти и следовать наставлениям Наратанда Стакура. Он говорит, наш единственный долг – проповедовать служение Господу и его преданным. Он дал такое наставление в конце жизни. Вот. И мы знаем, что незадолго до этого, поскольку он открыл организации уже много, Гаудиамат, много было организаций, и он думал, как же сделать так, чтобы организации, они проповедовали очень организованно. Вот, что не было бы хаоса в проповеди, чтобы была какая-то координация. И он создал GBC, первый орган. Вот. Он увидел, как управляются английские вот эти железные дороги в Индии, англичанами очень хорошо управляются, грамотно, четко все. Он посмотрел, он подумал, что ну, надо, чтобы духовная организация также управлялась. И он создал коллегиальный орган, совет GBC, руководящий совет. Вот, и наказал им вот, дальше управлять организацией. Но так случилось, мы все знаем, да, что в 1937 году, когда он оставил тело, каждый из членов вот этого совета, да, он не смог сотрудничать друг с другом, и все развалилось. Каждый. Много этому причин. Это были возвышенные вайшнавы, очень квалифицированные люди. Но так или иначе, там, один знал Сиддхадеху, духовного учителя. Это были очень возвышенные люди.
Вот, были на духовном глубочайшем уровне. Но в конце концов они все равно стали спорить, а кто же главный-то, все-таки нам непонятно. Вот, и начали раздирать миссию на части, и даже суды были, имущество начало судиться, все, очень много грязи. Слава Богу, еще интернета не было в то время, и соцсетей. Вот. Но так или иначе, Гаудия Матх развалился на маленькие кусочки, и они не смогли спасти как целостную организацию. Да, и мы знаем уже, что позже, когда пришел Шрила Прабхупада, один из его учеников, мы помним эту историю, когда он очень сильно хотел, чтобы проповедовали в странах Запада, и он отправил нескольких саньяси в Англию и в Германию проповедовать. Это были могущественные люди, саньяси, отвлеченные монахи. Это была финансовая хорошая поддержка. Они знали санскрит, очень грамотные, но они ничего не могли сделать. Пару пожилых леди перед смертью согласились следовать четвертому принципу. Вот. Это все, что они могли добиться. Это все, что они могли добиться. И когда они вернулись обратно в Навадвипу, да, они сидели в Чампахате, и Бхактисиддханта Сарасвати, он был очень удовлетворен, и он сказал, даже вплоть до того, что говорит, что я когда буду умирать, пожалуйста, я не хочу видеть их лица. Они сказали, мы не сможем проповедовать на Западе, нам вначале фратли надо научиться носить, вилка и есть. И Бхактисиддханта Сарасвати сказал, я не хочу даже видеть их в момент смерти. Вот такое было разочарование. Он собрал всех учеников, которые были там в Навадвипе. Саньяси, отреченные люди, монахи по одну сторону стояли, семейные по другому. И он смотрел очень долго на людей, рассматривался. Потом он остановился, а его взгляд очень яростный, смотрел в одну точку. И люди посмотрели, и этот человек, который описывает, я, говорит, посмотрел, сзади стоял Абай-бабу. Абай-бабу стоял сзади, Шрила Прабхупада стоял сзади. И он, говорит, прямо на него смотрел. Через несколько минут он остановился и сказал, вы говорите невозможно, но я говорю, что говорю вам 100%, один мой ученик, он сделает это. Шрила Прабхупада ки. Говорит, один ученик мой сделает это, говорит, вы увидите. Вот. И потом все стали шушукать, конечно, это кто? Кто бы это был? Да, они стали собираться, и мы знаем историю, Прабхупада рассказывал, они шушукали, кто это был? И когда он зашел, увидел это, он сказал, это сделает один гнилой грехаска. Ну, это будешь не ты. Шрила Прабхупада уже понял, в чем миссия, и что Бхактисиддханта Сарасвати увидел эту решимость предаться гуру. Вот. Я прочитаю, раз уж мы так вот пришли к Шриле Прабхупаде, мне очень нравится одно высказывание из утренней прогулки. Иногда на Шриле Прабхупаде на прогулках говорил иногда резкие вещи, но открыто. Это прогулка, это не книга. Вот, иногда ученики что-то спрашивали, Шрила Прабхупада очень открыто говорил. Это 1974 год, лето, 13 июля, беседа Шрила Прабхупады на прогулке. Вот. Тхава Прабху знает этот отрывок, но я все равно прочитаю. Вайшнав – это герой. Мы собираемся производить таких вайшнавов, не пустых, унылых негодяев. То есть пустые, унылые негодяи нам не подходят, он говорит. Которые сидят сложа руки. Нам не нужны эти вялые негодяи. Ну, немножко раскал, это немножко неправильно на английском перевод. Это не совсем негодяй, часто переводят. Это раскал, это, ну, мошенники или что-то типа такого. Вот. Не так жестко хотя бы. Вот. Неудачники, ладно. Вот. Нам нужны арджуны. Других, говорит, нам не надо. Вот это вайшнав, вот кто нам нужен. Если мы по-прежнему будем привлекать негодяев, то будет происходить то же, что и с Гаурасундарой. Однажды вы снова сойдете с ума, все бросите и закурите. Вот и все. Мой гуру Махарадж говорил, тот, в ком есть жизнь, может проповедовать. Вот это слабо Бхактисиддханта Сарасвати, это его настроение. В ком есть жизнь, должен проповедовать. Мертвый человек не может проповедовать, поэтому станьте живыми, не уподобляйтесь мертвецам безжизненным. Как мои духовные братья, они мертвы, он говорит. И поэтому они завидуют моей деятельности, в них нет жизни. Если вы хотите устроить себе легкую жизнь, да, показать божество, а затем погружаться в сон, тогда это движение обречено на провал. Шрила Прабхупада, он перенял это настроение своего духовного учителя, это настроение проповеди, настроение миссии. Это очень важно, особенно сейчас идет марафон Шрила Прабхупады.
Мы знаем, что весь Искон, он погружен в распространение духовной литературы, распространение книг. Вот у нас Матаджи даже подготовили наборы новогодние. Под елку можете купить и положить друзьям, знакомым. Вопросы? Да. Созрел вопрос? Давай. Такой был Бхактисиддханта Сарасвати, я тут ни при чем. Его миссия. Говори громко, я услышу. А другой кто-то может пока включать микрофон. Сотрудничество. Вопрос по утренней прогулке. Если мертвый человек не может проповедовать, что означает тут как стать живым преданным? Ну, как? Надо начать проповедовать. Это легко. Ярадеха, Тарикаха, Кришна, Упадеша. Кого бы ты ни встретил, кого бы ты ни знал, дай ему чуть-чуть немножко духовного знания, помоги человеку чуть продвинуться, дай ему Кришна, Упадеша, наставление Кришны. Это не нужно быть, знаете, это разного уровня проповедника. Кто-то оратор на стадионах может говорить, а кто-то просто скромный человек своим поведением, на работе он, знаете, вот, ну, хорошая репутация. Это тоже проповедь. Тоже проповедь. Помните, я рассказывал о преданном, был у нас в Ятре жил. Как его звали, Бхагавана, не помню. На эскалаторе работал, тело там же оставил. Бхагавана Госвами ученик. На фонтанку приходил все время, помнишь, приносил фрукты божествам. Такой тихонько, смиренный, танцевал еще так на цепочках смешно. Вставал так на цепочке. Вот. И он взял, он работал на стройке, он на своей стреле там написал на желтой красными буквами «Харе Кришна». И когда он шел на работу, все строители, друзья, ему сели, говорят, Кришна, привет, привет, Кришна. Он такой еще бурчал все время, я не Кришна, я слуга Кришны. Вот. Но он был настолько вот таким человеком, он не был таким, знаете, харизматичным вообще человек, очень скромный человек. Вот. Как Видура Кешева? Видура Кешева, Декарт помнит. Видура Кешева. Или просто Видура? Видура. Вот. И он был такой скромный человек, то есть, и он оставил тело там, по-моему, даже у себя на стройке где-то. Вот. У него там был алтарь целый. Пара там, он сидел за рычаги, двигал на своем кране. Вот. Но его все любили и говорили, он был уважаемый, он не пил, не курил, порядочный, никогда не опаздывал. На него всегда начальство могло положиться. Это тоже проповедь. Мы проповедуем не только словами, но и своим делом. Может, дела, они говорят громче слов, правильно, качество. Если мы говорим красивые вещи, но при этом ничему не следуем, это здорово, конечно, вот. Но еще хорошо начать как-то чему-то следовать. Тому. Если мы говорим, что надо внимательно воспевать святое имя, нужно стараться воспевать внимательно его самому. Да, как говорится, говорю им, говорю, вот, уже сам все понял, они все понять не могут. Вот. Это важный момент, то есть ачар и прочар. Поэтому вот так стать живым, начать стать опытным, как дать людям помочь немножко продвинуться в их духовной жизни. Нарада Муни был очень опытный, несмотря на то, что у него была ситха-деха. Например, он говорил охотнику Мригари, помним историю, да, он ему не говорил, повторяй Хари Кришну. Что он ему сказал повторять? Мара. Мара – это что значит на санскрите? Смерть. Это охотник любил убивать, наслаждаться там недобитыми животными, садист настоящий. И он ему говорит, ну ладно, говори Мара, 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 Мара. И так в раму все и превратилось. Таким он знал всякие пути, как правильно преподать духовные знания. Это важная квалификация проповедника. Знать, как одеть духовные знания, как преподнести людям, то есть, чтобы они могли принять. Вот об этом говорится. Поэтому это может делать каждый. Каждый может, например, взять, купить Бхагавад-гиту и подарить знакомым, друзьям. У меня такой опыт сейчас был, да, а я знаю человека много лет, и ему 20 лет пытаюсь Бхагавад-гиту вдохновить, чтобы он, но он не читает и не читает, 30 лет, я узнаю. И вдруг он сам спросил, а есть история? Я подарил Махабхарату. Теперь он мне каждое утро звонит и говорит, ты знаешь, там вот Кришна вот это сделал, Кришна то сделал, Кришна там, так, Кришна там в авторитете у них там. Вот. По-своему немножко воспринимает, там, говорит, ну, Кунти, или кто там говорит, Кунти нагуляла, там, говорит, конечно, по-своему чуть-чуть, но все время Кришна в центре. Вот. Кришна в центре всегда находится там. Вот. Разные люди, там им непонятно, как это у одной женщины пять мужей, например, то есть вот не очень ясно, он говорит, ну, хорошо, говорит, оно устроилось. Вот.
Но так или иначе, смотрите, это нам Абхаз. Все равно человек все время Кришна, Кришна, даже Махабхарате же есть какие-то трансцендентные вещи. Вот, поэтому вы можете и Махабхарату подарить. Но что-то сделайте для людей, просто вдохновите их, к чему-то следовать. Вот. Сейчас люди многие интересуются здоровым образом жизни, да. Вот. Угощайте их просадом, здоровой пищей. Понятно этот момент? Что-то нужно делать, не сидеть. Движение сознания Кришны, двигаться нужно. Можете сами попробовать выйти на улицу с книгами пространять. Я знаю, вы выходите. У нас тут санкиртан выходного дня в субботу. Вот, каждую приходит много преданных. Потом они поедят просад и идут на улицу общаться с людьми. И просто вот так останавливаешь человеку, говоришь, ты знаешь, господин, ты как, знаете, про Пурдананда Сарасвати как проповедовал. Вначале, говорится, соломинкой в зубах подходил к человеку. Это означает не то, что он солому ел, смиренно очень. И прославлял его. Ты такой удивительный ученый человек, ученый муж. Потом он говорит, предайся лотосным стопам читания Дева. Такой метод санкиртаны, да? Прославляете, говорите, вы такой прямо супер. За вами как за каменной стеной. Там. Или вы такая просто вообще вот интеллигентная леди. Предайтесь лотосным стопам Господа читания. Вот это и есть проповедь. Да? То есть нужно не просто, нужно, как Прабхупада говорил, нужно входить как иголка. Но нужно нежно, чтобы не разрушать поле вот это людей, определенное личностное пространство. Да, нужно правильно преподносить знания, с любовью все делать. Это важно. Почему Прабхупаду так любили? Он с любовью всегда делал. Он даже людей мог где-нибудь в Англии или в Америке прочитать лекции и в конце сказать, ну, вы, говорит, ослысе. И все ему хлопали. А, такой экстатичный человек, Ислами нас назвал. Потому что он любил людей. Он это делал всегда с любовью. И люди очень откликались это в сердцах. Тут не нужно имитировать Шрилу Прабхупаду. Если у вас нет любви, особенно. Вот. Некоторые пытаются. Какие-то еще вопросы есть? Если да, последний, чтобы мы уже закончили. Харе Кришна, скажите, пожалуйста, кому-то вот хочется проповедовать, а кому-то нет. Почему такое вот желание возникает? То есть не всем хочется проповедовать. Не всем хочется проповедовать? А кому хочется? Тебе хочется? Ну, мне хочется, то я как-то избирательно, вот, допустим, подхожу. То есть не всем людям тебе хочется проповедовать? Да, не всем. То есть вот кого-то выбрал, кому-то хочется, а кто-то проходит, к нему не хочется подходить. Проповедуй хотя бы тем, кому хочется. Это нормально. Это обусловленность наша. Мы находимся в телесном сознании. Телесное сознание поражено чем прежде всего? Страх. Страх – это признак. Духовная жизнь, она абхая, бесстрашие. Страх. Поэтому ты боишься чего-то еще просто. Вот когда перестанешь бояться, все равно тем будет. Всех будешь любить. Неизбранно. Пока просто мы видим, просто какие-то люди более склонны мы к нам по психотипу подходят, да, и легко с ними войти в контакт. У всех разные могут быть, да, вот мужчины, женщины, студенты, вот разные категории, может быть. И легче вам найти с ними взаимопонимание. Это нормально. Это нормально. Богатые люди, им проще общаться с богатыми, как бы художники всякие с художниками, музыканты с музыкантами, ну то есть спортсмены со спортсменами. Есть определенная обусловленность. И люди находят в своей среде себя. Им некомфортно, может быть, прийти в другую какую-то среду, и там очень некомфортно себя чувствуют. Ничего страшного. Пока общайся с миллионерами. Ты с миллионерами общаешься, да? Хорошо. Okay.